качественный ремонт техники и модные аксессуары для гаджетов. Магазин «Позитив-сервис» предлагает широкий спектр услуг. Опытные специалисты ведут в строй телефоны, планшеты, навигаторы и ноутбуки даже самыми безнадежными поломками. Главное – по демократичным ценам и за минимальное количество времени. Мы направлены на клиента. Мы всегда хотим помочь ему и всегда стараемся войти в его ситуацию. То есть, как бы, если человек спешит, то ему очень надо срочно. То есть, как бы, мы говорим ситуацию, можем пересылаться другим клиентам, но помочь каждому. Подобрать аксессуары одновременно, найти защитное стекло. То есть, все это мы делаем клиенту. То есть, у нас сервис, к которому можно прийти. Как отремонтироваться сразу, обезопасить свой телефон, купить соответствующие товары. То есть, у нас все есть в одном месте, никуда не надо ходить и ничего искать. Бампер, чехол и наушники, автомобильные держатели, зарядные устройства и поп-сокеты. «Позитив-сервис» следят за трендами и регулярно обновляют ассортимент. Одна из самых ходовых новинок – геймпад. Стильное устройство отлично подойдет, например, для подарка. Его цена варьируется от 12 до 35 рублей. Устройство, в него вкладывается телефон, запускается игра, и вы себя чувствуете реально. То есть это могут быть машинки, гонки, и вы можете уже управлять своим телефоном. Это может быть какие-то стрелялки, то есть если вам интересно, кто играет, они об этом всем знают. Вот. А чем хорошо, что некоторые геймпады начали системы охлаждения оснащать. То есть телефон, естественно, когда работает, нагревается, это для него не очень хорошо. А система охлаждения помогает его сберечь, то есть для наших клиентов. В новом магазине, который находится в торговом центре «Вестер-1», можно бесплатно обрезать сим-карту, подзарядить мобильный телефон и воспользоваться Wi-Fi. Время работы ежедневно с 10 до 21 часа. 15 и 16 июня клиентов, которые будут обслуживаться в «Позитив-сервис», ждет постоянная 10% скидка. Кстати, филиал специализированного центра по ремонту гаджетов можно найти также по адресу Социалистическая, 44А, торговый дом «Бродвей». Мария Бересневич, Иван Боровой, Бобруйск, 360.